Je m'appelle Vladimir, je suis né dans la ville de Kaliningrad. Для меня история моей семьи начинается с моих бабушек и дедушек. Что было до этого, я не помню и не знаю, а теперь уже не узнаю никогда. Pour moi, l'histoire de ma famille commence avec mes grands-pères et grand-mères. Ce qu'il y avait avant eux, je ne me souviens pas et je ne le saurai jamais. Несколько лет уже мы ищем ответы на вопросы и спрашиваем людей очень много, что осталось в их памяти. И вообще, вы знаете, мне кажется, когда ты теряешь память событий, то ты теряешь этот вкус жизни. Это как пить воду, ну, без ничего. Чистая вода без ничего. Судьба моего дяди очень трагична. Destin de mon oncle aussi était très tragique. Он очень остро чувствовал отсутствие свободы и как протест было его самоубийство. Il ressentait violemment l'absence de liberté. En guise de protestation, il s'est suicidé. Мы пытаемся с помощью нашей вспоминания нашей истории, личной истории, мы пытаемся понять, почему мы боимся, почему мы все время агрессивны, ну, русские, почему мы имеем такого правителя, Путина, почему у нас все так. Общение с существами, интеллект которых значительно ниже человеческого. Да-да.